Всем большой привет, добро пожаловать на наш канал. Сегодня я нахожусь в магазине Fix Price по адресу город Саратов, улица Пензенская. Сегодня будут только новинки, их здесь очень-очень много. Давайте вместе с вами их посмотрим. Набор простых карандашей с фигурными ластиками. В наборе три простых карандаша, ластики в виде фигурок. Есть котики, есть карандаши с ластиками в виде зонтов. И есть кеды. Ластик мягко стирает, не оставляет разводов. Такие наборы по 55 рублей. Набор штампиков 6 штук на разные тематики. Как для мальчиков, так и для девочек. Штампы по 55 рублей. Папка-уголок с принтом. В одном наборе 4 папки. Размер формата листа А4. Состав уголков полипропилен. 4 разных дизайна. Есть с ламой и с кактусом. Яркий, сочный арбуз и фрукты. И фламинго. Эти папки-уголки по 55 рублей. Набор фигурных гелевых ручек. В наборе 2 штуки. Во всех наборах чернила синие. Выглядят очень ярко и красиво. Это пчелки, зайки, клубнички. И даже зонтики. Такие наборы гелевых ручек 55 рублей. Блокноты со стразами на 80 листов. Стразы только с одной стороны. Есть в бежевом цвете. Сам блокнот в клетку. Голубой блокнот с бабочкой. И красный блокнот с сердцем. Цены нет, наверное, 99 или 199. Обложка сама мягкая, приятная, похожа на кожаную. Смотрите, что я нашла. Это блокноты, которые меняют цвет. И не просто меняют, у них еще есть надпись. Блокнот с пайетками. Очень большой выбор. Цена их 199. Их только привезли, и я буду первая, кто их посмотрит. С одной стороны будут просто пайетки, которые меняют цвет. Из синего в красный, например. А с другой стороны будет надпись. Здесь надпись cool. Надпись синие пайетки красные. Меняем. И получается надпись красная, а пайетки синие. Насколько внутри листов... Блокнот не указано. Внутри вместо клетки нарисованы точки. Не знаю, насколько удобно в нем писать. Наверное, больше рисовать. Следующий блокнот черный с надписью «Вау». Меняем направление. Блокнот становится золотым, надпись черная. Красный блокнот с золотой молнией. Меняем направление. И все меняется. И последний бирюзовый блокнот с золотой рыбкой меняется на голубую рыбку в золотом море. Думаю, что эти блокноты долго не задержатся на полочках Fix Price, разберут их очень быстро. Детские резиновые сапожки, состав Эва. Внутри не утепленные, носить нужно их с носочком обязательно. Цена сапог 199. В этом магазине сапожки в трех цветах – красные, зеленые и розовые. Уже завозят летние банданы. Смотрите, какие классные, хлопковые, плотные, похожи на лен по материалу. Цены пока нет, их только привезли. Скорее всего, или 55, или 77. Размер 52 на 52 сантиметра.
Состав 100% хлопок. Как раз на детскую голову, да, наверное, может даже и на взрослую бандану подойдет. Если планируете детский день рождения в стиле пиратов, вот тут еще с пиратами есть. Для лета, конечно, жарко будет в черной ходить, а вот для праздника самое то. Красивые чашки с пасхальной тематикой. Они на 330 мл. Состав фарфор. Помимо верхнего рисунка еще выбиты цветочки внизу. Цена 55 рублей. Тарелка пасхальная для кулича и для пасхальных яиц. Состав тарелки полипропилен. Цена 50 рублей. Также цвета еще есть желтый и голубой. В продаже появился новый противень. Надежное многослойное покрытие. Его размер 34 на 24 сантиметра. Высота бортиков 6 сантиметров. Противень с антипригарным покрытием. Можно его мыть в посудомойке. Цена его 199 рублей. Еще одна новинка – это тортница диаметром 26 сантиметров. Подходит для электрической плиты, для газовой плиты. Можно мыть в посудомоечной машине. Состав листовой алюминий с противопригарным покрытием. Сделано в России. Цена также 199 рублей. Впервые я в Фикспрайсе вижу такие красивые кухонные ножи. Необычные. Размер 33 сантиметра. Поверхность рукоятки прорезиненная. С ограничителем делает резку комфортной и безопасной. Длинное лезвие легко справится с разделкой рыбы, сырого и приготовленного мяса. Состав самого лезвия нержавеющая сталь, а состав рукоятки это полипропилен и термопластичная резина. Цена таких красивых ножей 99 рублей. Набор ажурных бумажных салфеток, изготовленных из тонкой пищевой бумаги. Подойдут салфетки для подачи кондитерских и хлебобулочных изделий, а также для сервировки стола. Цены нет, скорее всего, 55 рублей. Лопатка для торта раздвижная. Позволяет без труда сервировать даже самые нежные десерты, сохраняя их форму. Подойдет для подачи тортов, пирогов, тирамису и даже слоеных салатов. В магазине эти лопатки в нежно-розовом и в нежно-мятном цвете. Их цена 55 рублей. Теперь в Фикспрайсе можно найти мебель. Продается табурет плетеный. Небольшого размера. Сделан он достаточно прочно. Его цена 199 рублей. Состав полипропилен. Табурет есть цвета венге. И есть цвет бежевый или по-другому слоновая кость. Теперь можно в магазине встретить корзину для мусора на 10 литров. Открывается вот таким образом. Раскачивается крышка в разную сторону. Можно стелить сюда мусорный пакет, закрывать крышкой. Цвета этих ведер все одинаковые. Все темно-серые с бежевой вставкой. Размер 26 сантиметров на 42 сантиметра. Цена 199. Моя мечта сбылась. В Фикспрайсе появился деревянный поезд, который развивает моторику рук, логическое мышление ребенка. Конечно же, я его себе приобрету, вернее, своему сыну. Цена этого паровоза 199. Паровоз деревянный. Сам паровоз внутри упакован. Состоит из двух частей. Вагончики цепляются друг к другу. Еще есть веревочка, за которой можно тянуть этот паровозик. Помимо классических форм квадрат, круг, прямоугольник, здесь еще есть необычные формы. Можно собирать и катать паровозик. Состав дерева, полиэтилен, полиэстер, краска. Рекомендуемый возраст 3+. Производство Китай. Для маленьких домохозяек привезли игровой набор «Чайный сервиз». В сервиз входит чайник, молочник, 4 чашки, 4 блюдца, 4 ложки.
Цена чайного набора 199, есть в мятном цвете, в розовом, с голубыми блюдцами и ложками. И яркий желтый набор с зелеными ложками и блюдцами. Сам набор с ручкой для удобной транспортировки. Издалека я не поняла, что это за баночки. Оказалось, что это банки с гамаком. Размер гамака 200 на 80 сантиметров. Выдерживает до 110 килограмм. Состав нейлон и сталь. Гамак легкий, прочный и компактный. Выполнен из высококачественного нейлона в виде сетки. Его цена 199 рублей. И у нас на даче он обязательно будет. Классная вещь. Можно в нем поспать, например. Трафареты для раскрашивания пасхальных яиц для нанесения узоров. Здесь 3 трафарета. Цену не нашла, скорее всего, 55. Пасхальная корзина, ее цена 50 рублей. Декорация пасхальная в горшочке по 55 рублей. Разных цветов. На сегодня у меня все. Спасибо, что были со мной. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и писать ваши комментарии. Увидимся очень скоро. Всем пока!